Опухоль, значит. Я говорил ей, Варя, меньше думать, думай меньше. От мыслей вечно какая-нибудь дрянь происходит. Это мужики думать должны, потому что у них для этого мозги приспособлены. А у баб от думаний только уши болят, да опухоли случаются. Да, да, да. То-то я смотрю, Котов, вы думать мастак. Думали, думали, а Варенька работала, работала. И чё? На заработки надумали съездить. Ну и что привезли? Только запах противный. Так в рабочих вагончиках-то апельсинного духу не водится. Эх, Тимофеевна, я ж 2 года без бабы. В чем теперь делать-то без бабы-то да без денег? А вам нужно на работу, Котов. На работу? Да. Я могу помочь трудоустроиться на асфальтовый завод. На асфальтовый? Да. Спасибо тебе, Тимофеевна, спасибо. Ой, спасибо, Тимофеевна. Пожалуйста. Спасибо. Вот от таких думаний в бабских мозгах опухоли-то и случаются. А сына на какие шиши поднимать думаете? Сына? Да. А ведь точно был какой-то мальчонка. Алексей сейчас у сестры Вариной. Она на время его к себе взяла. Пока вы приедете. Вот адресок. Когда забирать собираетесь? Тимофеевна, ты мне по ушам-то не езди. Хочешь, чтобы у меня в мозгу тоже что-то вскочило? А потом себе квартирку прибрать? Петр. Петя. Я вам за сына родного говорю. Вам за него перед Богом ответ держать. Тимофеевна! Да! Если твой Бог есть господин всего сущего, то пусть он ответ за все сущее и держит, в том числе и за раба своего, Алексея. Петя! Котов! Котов! Значит, на Господа Бога ответственность перекладываете, Котов, а сами в кусты. Почему в кусты-то, Дора? Вот он я, Петя Котов! Перед Богом и перед людьми, как на ладони. Только если Вседержитель меня без опеки оставил, почему я-то должен пупу рвать? Ой, Дор, смотри. У нас государство богатое. Вы, Петр, гнида! Чего ты сказала, Ча? Соседка, блин. Баба рожает себе в сласть и в удовольствие, а нам мужикам расклёбывай, да? Ты чего, опять бежать надумал? Нет. На вас же говорили, что я должен учиться вставать с петухами. А. Ну, это когда постарше станешь, может, с петухами. А сейчас пока наслаждайся детством. Только сильно не разлеживайся, да? Нет, тетя Катя. Нужно сразу по-взрослому. Зачем ждать? Ну, что ж. Тогда встаем. Кать, почему вы корову не заводите? Места в сарае много. Ну, корова, это, конечно, хорошо. Только кто за ней смотреть будет? Сено косить, корма носить. Я чуть подрасту и буду. Вам со всей ей заниматься не придется. Вот какой хозяйственный стал. Ничего, вот если папка твой бросит свои катания за длинным рублем, да решит в селе сесть, я ему обязательно порекомендую коровой обзавестись таким помощником. Mm-hmm.
Не занят? О, здорово, Андрюха. Ну чё? Как там у вас с Катериной-то? Помирился. О, ну вот и правильно. Угу. Вам жизнь вязать, в смысле, строить нужно, а не ругаться. Ну да, да. А? Знаешь, кто у нее глаз-то положил? А? Участковый наш новый. Ну, племяш, эту историю я уже слышал. Да. И про то, как ты бегал отношения выяснять. Люди тоже доложили? Я тебе скажу, как педагог с 20-летним стажем. Это тебе не какая-нибудь изнаночная петля. От таких вот ку-ку и угу случаются. А с Рябовым с этим я познакомился вчера. Нормальный вроде мужик. Вот это мне и хуже всего. Больно слишком он нормальный. Как раз в Катькином вкусе. Ты, конечно, извиняй, племяш, но мне не до тебя сейчас. Иди, опоздай поговорим. А? Это ж заноза, а не человек. Иди. Алёша! Алёш! 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 Ты чего? Не плачь. Скоро твой папка приедет, все будет хорошо. Не плачь. Фу! Опять до 40. Чуть-чуть не хватило. Я уже не мальчик. Ага, пап, а когда ты меня дальше считать научишь? Пока тебе это запомнить надо. А то помнишь, как считала? Да. 20-30. Это надо же такое придумать. А я знаю, почему ты сегодня такой. Да? Почему? Потому что вы, Михаил Родионович, о ней думаете. Каком это о ней? О Катерине Ивановне Егоровой. Не придумывай. Тебя хлебом не корми, дай только попридумывай. Полейте, пожалуйста. Давай. Я вас, мужиков, насквозь вижу. Вы все, вы, женщины, видите. Все вы про мужиков знаете. О ком думаем? О ком вздыхаем? Тоже мне загадка про А и Б сидели на трубе. Ну как тебе, тетя? Как по мне, так совсем неплохой вариант. Ну уж, конечно, получше, чем та тетя Нина из вашего управления, которая тебе глазки строила. Это зовет она как-то меня и спрашивает. Никочка, Никочка, а что твой папа любит кушать на обед? А я ей омлет. А я-то думаю, что это она мне глазки строить перестала. И список на продовольствие вычеркнула. Привет. Привет. Тут район выделил учебники и обновление для библиотеки. Но библиотека что отпуску, приходится мне отдуваться. Не мой это масштаб, Катерина, не мой. Вот скакну в область, там другие горизонты. Там дороги, трубопроводы, земельные кадастры. Здесь вон алгебра, геометрия, ты на ты. Ничего, ничего, тебе идет с учебником. Да? Может, взял почитать бы чего домой. А чего? Чего? Про Отелло с Дездемоной, а? Как инструкцию к действию, годится. Удавлю тебя, Катерина. Ой, удавлю тебя. А я платков терять не буду, так что повода не найдешь. Повод всегда найти можно. Вот где ты сейчас была? Вот утро с Алешкой привозилась. Неужели к нему будешь ревновать? Вот была бы ты хорошей тетей и прекрасной невестой. Ты с Алешкой своим не полутром провозилась, а четверть. А вторую четверть уделила бы честному общению с
представителем выборной власти. Ну, наказ какой-нибудь подготовила. Угу. С возбуждением какого-нибудь этого дела. Классики смотрят. Доиграешься ты, Екатерина. Ох, доиграешься. Что изводимый желанием депутат низко падет. В нравственном смысле этого слова. И как это вводится у классиков. Заглянет на чье какой-нибудь Тани Мани. Mm-hmm. А ты потом будешь тешиться чтением бедной Лизы. Хорошо, хорошо. Я до 8 с тетрадками провожусь. А после 9 приходим. Я сготовлю чего. Вот. А за это... От райсовета Катерина Ивановна получает ведро краски из депутатского фонда. Спасибо большое. Ну? Тогда возьми вот это на хранение, а то моим только дай волю, они все выкрасят, что нужно и что не нужно. Спасибо. Котов с заработков вернулся. Гастарбайтер хренов. Варкин? А чей же мой, что ли? Смотрю, не сильно он огорченный. Ой, отчего им кобелям огорчаться? Угу. Вот же, труп жены еще в гробу не остыл. Угу. А он сегодня ночью по пьяни ко мне стучит. Открой, говорит. Я тебе чего-то покажу. Вот же ж мавр фараон. Ну а ты чё, чуча старая, пустила бы. Ту на тебя. А на него 3 раза. Пу-пу-пу. И ведь пакость какая. Мальчонка своим совершенно не хочет заниматься. О как. Да. Не знаю, что и делать. Думала сестре покойнице позвонить. Она ведь Алёшку к себе на время взяла. Да вот, не решусь никак. Ты, Тимофеевна, как хочешь, а позвонить обязана. Пускай приезжают, разговаривают с этим Котовым. Человеческая судьба поди решается. Да, да. Тут тяни, не тяни веревочку, а проблема сама собой не рассосется. Ну и кто это звонит? Уж не доблестно ли капитан Рябов? Слушай. Алло. Алло. Ну говорите же, слушаю. А мне нужна... Екатерина Егорова. Она занята. Может, что передать? Передайте ей, пожалуйста, что... Звонила Дора Тимофеевна, соседка ее покойной сестры. У меня для Катеньки новость относительно племянника. Племянника? Ну да. А, вот что. Вы мне, значит, скажите, а я им передам. А вы кто ей будете? Без 5 минут муж. О, очень приятно. Очень приятно. Передайте, пожалуйста. Кате, что истинный папаша Алешеньки прибыли. Очень хорошо. Ну и когда нам ждать дорогого гостя? А вот я поэтому и звоню, что не надо его ждать. Не хочет он сына забирать. Как это не хочет? Вот так. Вот пусть Катенька сама приедет, поговорит с ним. Может, ее послушает. Так. Ну-ка, уважаемый, адресок мне его продиктуйте, на всякий случай. Хорошо. Пишите.
Улица Виноградная. Виноградная. Дом 12. Квартира 5. Записали? Да, спасибо. Вы не переживайте. Мы сами все решим. Знаете что, и больше не звоните, денежку не тратьте. А Екатерине я все передам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Катя. Не получается, мы с вечерком. Вот из района звонили, нужно срочно ехать. Там заседание неочередное по бюджетным делам. И требуется полный кворум. А может, все-таки к Тане Мане ночелек? Наконец-то. Наконец-то ты меня приревновала. Да, конечно, езжаем, Брюш. Ну, для порядка, ну, надулась бы, что ли. Ну, поругала, что такой прекрасный вечер придется одной провести. Ну, надушный ты мне человек. Не знаю, чего влюбился в тебя. Потому что привык, что девки тебе на шее вешались всегда. Не езжай, Брюх. Ведь это твое любимое дело. Ну? А у настоящего мужчины должно быть любимое дело. И любимое тело. Все, иди, иди. Что, все-таки решил взять что-то почитать? Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Mm-hmm. Не отмерла еще книга Катерины Ивановны. И мы по-прежнему самая читающая нация. Лёшка, это насчет футбола как? Ну а кто ж футбол играет? Ворота, небось, ставили? Не, бегать давай. Ну и как бегалось? Да вроде ничего. Давай один на один погоняем, шалобан за гол. А без шалобанов никак? Это только одна мелкота на ура играет. Тетя Кать, можно мы с Лёшкой в футбол погоняем с полчасика? А что с полчасика? Даже разыграться не успеете. Только ты присмотри за ним, Василий, а то у нас ребята знаешь какие. Не смотрю, тетя Кать, посмотри. Угу. А то он не знает никого ведь. Шалобан? Шалобан. Эй, чудо городское, ты что это на местный хвост задираешь? Парни, все по-честному. Я проиграл, зато и терплю. Тебя со мной вообще никто не спрашивает. А ты кто такой? Я уже не городской, я сельский. А кто тебе прописку давал? А что такое прописка? Прописка – это когда тебя взрослые дяди бьют, а ты терпишь. И еще говоришь спасибо дядечке за прописочку. А так, чтоб не бить, можно? Так без вопросов. Идешь тихонько к маме, ты берешь денежку и нам приносишь. А мы тебе за это почет и уважение. Чем больше денежек, тем больше уважения. Ну что, бегишь к мамке, а то ведь бить больно будем. Потом поймаем, еще добавим. Ну что, бегишь? Лёшка, не иди, они все равно тебя уважать не будут. Будем, будем. Пошел, как миленький пошел. У них у городских кишка тонка. Не трогай меня, психованный, потом подловим, хуже будет. Ну что? Пошли. Вот, блин, Леху замели.
сдается квартира весь день, как в очередь, как в мавзолее. Что такое-то? Ты Котов. Ну я Котов, и что такое? Разговор есть. А я тоже без родителей рос. А бабушка воспитывала. А что это за воспитание? Больше на улице пропадал. И тоже всякое бывало. Тоже родом называли? Называли. По-разному называли. И били меня частенько. Ого, боялся я страшно. От старших прятался. А когда прятаться надоело, я первым в драку влезал. За палку брался, то за нож. Побаиваться меня начали. Как психованного, правда. Хорошего, конечно, мало. Потому как страх и уважение — вещи разные, понимаешь? Конечно, хорошо, когда тебя уважают. Они шугаются, как это. Чумного. И я тогда в секцию записался. На бокс клюю пошел. А, дзюдой. Ну, сразу. Ну, психовность отступила. А знаешь почему? А потому как чувство силы появилось. А когда есть чувство силы и правоты, только дурак не полезет. А с дураками все просто. Ну ничего, батя твой вернется, он тебе объяснит лучше, чем я. Не хочу, чтобы он возвращался. Ничего не хочу. Как, тебе все серьезно? Ну ладно. Я в душ лезть не буду. Так ты говоришь, значит, хахаль сестры жены моей покойницы? Вот бабы, а? Холишь и холишь, нежишь, лелеешь, они брык и на два аршина под землю. Твоя-то хоть здоровенькая? Тебя покалечит, что ли, урка-то поганая? Ну ладно, шучу я, чё ты? Шучу. Опекунство, что ли, приехал просить? Так это я мигом. Понятно. Отцовских чувств 0,0. Слушай, он, может, не мой совсем. Тут пашешь на чужбине. Поди знай, с кем она, пока ты в делах праведных. Дела праведные у тебя на синих руках твоих написано. Ты не сильно-то зыркай. Сделай, что не то. Руку тебе сломаю. А может, ногу. Ну ты, конечно, бычара здоровый, только мои корефаны не таких обламывали, понял? Какие у тебя могут быть корефаны махнорылые, а? Сиди. У тебя вон перстень бубенный на пальцы выклад. Знаешь, шестерка ты поганая, может, еще хуже. Ты молчи и слушай. Молчи и слушай. Отпрыск твой моей счастливой будущей семейной жизни мне, в принципе, не нужен. Точнее сказать, совсем не нужен. Мне бы своих родить, да на ноги поставить. Поэтому советую тебе его забрать. Ко мне тоже зачем этот прицеп? Я еще человек молодой. Уже сказал молчать тебе в тряпочку, а ты всю рот свою разеваешь и разеваешь, а? У меня родня такая, что захочу я, завтра же будешь в обезьяннике куковать. И согласишься, ты совсем подпишешь, все признаешь, все. Только вот что-то руки не хочу морать, да и времени нет. Поэтому предлагаю тебе полюбовно договориться. Дам тебе денег немного. В баньку сходишь. Брачный дух свой выведешь. В парикмахерскую заглянешь. Подстрижешься аккуратненько. Ландышем попрыскаешься. Потом одежду себе прикупишь. Приличную только одежду. Как у хороших людей. У тех, кто заработка в дом все несет, а не из дома. А после этих процедур повезу я тебя к невесте своей. И примет отец сына своего Алешу, и обнимет его, и поцелует. И слова ругательного при нем не скажет. Потом увезет с глаз моих долой. А я тебе денег. А? Я сейчас могу говорить? Сколько? 25 000. Мало. Или совершенно бесплатное СИЗО соответствующей малявой. Мол, ты козел стукачей. Сам знаешь, кто.
Алёша! Алёш! Господи, где же тебя носит? Алёша! Ты где был так долго? И Васьки нет нигде. Ты не ругайся на него, Катерина. Он честь свою защищал. Честь? Да. Дрался, что ли? Господи. Кто тебя обижал, запомнил? Они его теперь надолго запомнят. Десятой дорогой обходить буду. Правда? Боец растет, характер такой. Ну что ж, боец, иди домой. Догоню сейчас. Поговорила с ним немного. Хороший паренек. Даже очень. Ну вот, опять я перед вами в долгу, товарищ капитан. Даже как неловко. Спасибо вам большое. Да ничего. Тут вот какое дело. Катя, вы не могли бы с моей дочкой Никой позаниматься? К школе ее подготовить? Ну, конечно, конечно. Они могут даже вместе с Лешкой заниматься. Алфавит-то она у вас знает весь? Знает, но путает. Ну, ничего. Отличницу сделаем из нее до осени, да? Спасибо большое. Да вам спасибо, товарищ капитан. Спасибо. До свидания. До свидания. Ой, спасибо тебе, Лёля. Ой, спасибо. Ну чё, турболёт? За что ты меня так? Избавился от родного дитяти. Вот напрасно это все, Лёля. Ага. Дорка тебе на хвосте принесла, да? Вот она, подлая бабская месть. Скреблась сегодня ко мне в ночи. Пусти, говорит, котик, замерзла я старенькая. Будь ты не понимаешь, что в траурном настроении Петя Котов находится. Прости. Вот же ж брехливая твоя рожа. Ладно, ладно. Ох ты, сильная ты женщина, Лёля. Ну-ка, спрысни меня. Фу ты, мерзость. Вот ты говоришь, мерзость. А Петя Котов, может быть, 3 года на дальних заводах да на нефтяных вышках спину гнул, себя не жалеющий, чтоб кровиночке своей пряников привезти, мерзкий одеколон пил из экономии, о семье вспоминая. Ой, спасибо. Да, не дождалась Варвара-то, царство ей небесное, не дождалась. Вот еду теперь кровиночку из чужой семьи выручать. Горек, Лёля, чужой хлеб-то, ой, горек. А дульсен вот себе делай, чтоб не пахло сынишке от папки ветрами далеких пролетарских общежитий. А ты, недобрая женщина, пахучую жидкость для меня жалеешь. Цинга. Недостаток витаминов и все для них. Слушай, так что, Тимофеевна, брехала, что ты от Лешки своего отказался? Злые люди, Лёля Цинков, злые люди. Никому веры нету. Сиди, я в трауре. Понял, что делал. Краска у тебя есть, так что минимум 5 заборов за ночь. Вот видишь, ты же понял. Чего? Здрасте, Андрей Николаевич. Здрасте, здрасте. А у меня тоже кореш был. По кликухе Гудок. Кореша твои меня не колышет. Вот тебе 5000 и адрес. Остальное получишь, когда все уляжется. А как оно улечься-то может? Не знаю. Мальчишку жалко с тобой рядом оставлять. Знаю, его в интернат, что ли, или в детский дом. Тебе пойдут навстречу. Ну, если что, я помогу. Только в соседний район. Нет, а... А вот когда вот... Тогда и остальное получу. Да. Перчатки надень и перед Катькой не снимай. Нет, зачем это? Да она такому синему в жизнь ребенка не отдаст. Если спросит, скажешь, пострадал от аварии на вредном производстве. Ну, мол, не хочешь дитя пугать. Она оценит.
Так ну что, когда мне выезжать, Андрей Николаевич? Завтра, чтобы был на месте. Ага. И без фокусов своих. Да я хоть прямо сейчас готов. Ты ж на машине, Андрей Николаевич. Я-то на машине. Но на меня не рассчитывай. Я еще кое-куда заехать долго. А ну на нет, так и сюда нет. Тогда я ночным поездом сегодня и выеду. Правильно. Ага. Ну я пойду. Давай. Вот чемоданчик себе новый купил. Иди. Ага. Счастливо. Не спишь, Алёшка? Не-а. Слушай, а тебе мама пела перед сном? Да. А хочешь, я тебе спою? А можно? Ну, конечно, можно. Снег лежит пеленой, он укрыт тишиной, за окном не слышно голосов. Много звезд ночь зажгла, и ко сну отошла, раздается мирный звон часов. Этот тихий звон навевает сон спокойной ночи. Мой друг любимый, под этот мотив хорошие сны присниться должны. Спокойной ночи, спокойной ночи. Быть может, мой друг, о нашей весне ты вспомнишь во сне. Скажите, улица Воровского, дом 2. Да как не подскажем? Подскажем. Спасибо. Да я вас провожу. Ага, спасибо. Ну, всего. Всего хорошо. Я меня прошу извинить, а кем вы, Катюше, приходитесь? Скучающий отец проживающего там ребенка. Алёш. Алёшки, точно. Да, знаю я про вашу беду. Да, ведь как бывает. Один пенек, значит, 100 лет
и стоит, и уж помирать хочет, да не может. А тут молодая женщина, и надо же. А вы, стало быть, бизнес-план осуществляли в далеких краях? Трудился, дорогой папаша, на больших стройках народного хозяйства. Ага. Травмирован, вот, на секретном производстве. Есть поселок такой, Каракалай, в солнечной Удмуртии. Утина, Каракалай. Каракалай. Так Сёмка Перегудин наш 2 года назад оттуда вернулся, он там наказание отбывал. Ага. Он про секретное производство что-то не рассказывал. Не рассказывал, да? Так это ж на земле. А все секреты в нашей стране под землей находятся. Производство секретное. Кто ж урке поганому будет про державные секреты-то рассказывать? А ну, ну да. Верно. Да, конечно, конечно. А как там, заловка или как она? Осторожненько, давайте. Ничего. В ваших туфельках по нашим. Как там заловка-то моя или как, свояченица, что ли? Не обижает дети-то мои? Что вы, как у Христа за пазу. Да. Ну что вы, там у Катюшки-то сердце, ну просто замечательно. Она, они с ним дружат, он рисует, да. Эй! Егорова Катерина здесь проживает? Аккуратнее. Не пугайтесь. Егорова Катерина. Здрасте. Да. А вы простите? Котов Петр. Отец, как говорится, уже не полного семейства. Очень приятно. А мне-то как приятно. Ну что, Катерина Ивановна, где сына-то моя? Ой, Алешка спит еще. Спит? Да. А так вы в дом проходите. А, спасибо. Устали, небось, с дороги-то. Есть маленько. Ну, проходите. Спасибо. Хозяйка, ты бы это замочек-то сменила, а то ведь пальцем открыть расплюнуть. Да? Ага. А вы специалист по замкам? Ага, специалист. Разными ремеслами приходилось заниматься. Вот как. Ну что? Ну проходите, проходите. Спасибо. Спасибо. Ну, здорово, сына. Признал батяню-то. Вот она, судьба пролетария. Родные дети не опознаю. Алёш, вставай скорее. Сейчас с твоим папкой завтракать будем. М? Алёш! Ничего, ничего. Ну, да. Он же привыкнуть должен. Конечно, конечно. Ничего. Алёш, иди завтракать. О! Это что, водочка? Да. Ой, вы знаете, это вы себе, а мне бы чаю крепенького. Я в молодости-то увлекался. Травму вот производственную по этому делу получил. И с той поры завязал, не-не-не, ни капли в рот. Ой, как же это вы правильно решили? Правильно, ага, правильно. Как я завязал-то, мы с Варенькой зажили просто душа в душу, царство ей небесное, Господи. Бывало, сидим вечером. Я говорю, сделай-ка мне, душенька, чаю крепенького. Алёшка-то маленький еще совсем, несмышленый. Так ведь на коленках наших и вертится. Ой, как же за Алёшку-то рада, а? Жалко, что не помнит он вас совсем. Да, жалко. Ой, извините, я ж не подумал совсем. Вот здесь вот и физия моя, и номер серии, и страничка про сыночка моего, Алешеньку Котова. Да что вы, как же вам не верить? Да. Трудно вам, небось, пришлось, да? Да что там, Катерина Ивановна? Ну, пришлось, конечно, горе мыкнуть. Пришлось, чтобы копейку трудовую для Вареньки с Алешенькой заработать.
А в это время другие люди в медах купались. Но это ничего, ничего. Главное, что мы совесть свою в этой борьбе за выживание на копейку ведь не разменяли. Да уж. Алёш, ну что ты не ешь? Ну что ты не ешь? Ты ешь давай. Ешь. Ой, а давайте я вам фотографии наши с вами покажу. Давайте, давайте. Фотографии я люблю. Вот. Ну-ка. Так. Это мы с Варькой в лагере. Ну, ангел ведь, чистый ангел. Да. А это вот мы с папой, с мамой и с Варькой на море. А это кто? А это дедушка наш. Ну, вся грудь в орденах. Да. Уж больно вещи-то хорошие. Что говорить? Я говорю, запущено ведь у нас совсем патриотическое воспитание. Вы вот тоже, наверное, небось, в тяжелые-то времена в ломбард медальки-то снесли. Да что вы, как можно? Все он в шкафчике лежит. В шкафчике? Да. А ну же и Алешке, когда вырастет, гордость будет. Да и у меня детишки пойдут. Ну, хоть да. Будет чем похвастаться. Три ордена славы, это ж как герой Советского Союза. Радостно мне за вас. Радостно. Вот печалит меня только, что вот Алешка что-то у нас молчит все время. А? Пообвыкнуться бы мне с ним. Ой, так я сама хотела предложить. Вы бы, может, остались у меня на денек-другой? Чтобы, как говорите, в контакт войти. Спасибо вам. С большим нашим удовольствием. Но я долго-то вас не имею привычки объедать. Завтра ему и двину. А сейчас бы пройтись бы мне, Катерина Ивановна, ну, воздухом. Конечно. Да, охота воздухом подышать. Ну, конечно. Молчи, щенок. Ты же не хочешь, чтобы я тете плохо сделал?